Всем привет, друзья! Я Димон, с вами Автогуду Лайф, и сегодня мы проводим уникальный пробег по трассе М4 Дон до Государственного музея-заповедника Куликово поле. Он приурочен к 70-летию Volkswagen Bulli, и поэтому с нами сегодня вся линейка модели Т. Стартуем от дилерского центра Volkswagen Center Подольск, но сначала давайте познакомимся с участниками пробега. Привет, меня зовут Юлий. Это мой автомобиль Volkswagen T1 66 года, и он уникальный. Знаете ли вы, что T1 появился на свет случайно? Голландец Бен Пон, занимающийся импортом Volkswagen в Нидерланды, шел по сборочному цеху и увидел тележку, собранную рабочими из жука, чтобы перевозить грузы между цехами. Пон достал блокнот и быстро набросал себе эскиз микроавтобуса, подумав, что это может быть интересно. Позже он показал эскиз генеральному директору Volkswagen, который одобрил его идею, и в 1950 году на свет появилась новая легенда автомобилестроения, выпускающаяся до 1975 года. Привет, я Алексей из города Орел. Это мой Т2, он 73-го года. Живчик и настоящая капсула времени. Во всем мире, кроме Бразилии, в 1967 году начали выпуск Т2. И выпускался он в 1979 году в Западной Германии. А в вышеупомянутой Бразилии его производство только стартовало и продолжалось до 2013 года. Итого Т2 продержался на конвейере целых 46 лет. На всех континентах в общей сложности было выпущено практически 4 миллиона автомобилей. Это абсолютный рекорд. Всем привет, зовут меня Александр Сошников, и этот мой Volkswagen Т3. Самая крутая фишка в этом автомобиле – подъемная крыша от Вестфали и солнечные панели. В 1979-м появился Т3, и это был огромный скачок в будущее. Это стал последний Т, который имел заднемоторную компоновку, но первый бус, разработанный с нуля, а не на платформе жука. Помимо этого, минивэн обзавелся версией с полным приводом синхро, а также гигантским выбором дополнительного оборудования на все случаи жизни. Т3 дал миру такие понятия, как каравелла и мультивэн, выпускался до 1992 года в Европе, а потом до 2003 года в ЮАР. Всем привет, я Олег. Это наш Т4, наш член семьи, и мы на нем очень и очень много путешествуем. Т4, появившийся в 90-м году, стал первым переднемоторным минивеном в линейке модели Т. Выпускался 13 лет, и за это время у Т4 можно насчитать 13 вариантов мотора, включая VR6 и 200-сильный V6. В 92-м году стал лучшим микроавтобусом года, а спустя 10 лет модель уже занимала 50% рынка старого света в сегменте легких коммерческих автомобилей. Всем привет! Я Максим из Москвы. Это мой Т5. Знаменит он тем, что он собран вот этими руками, вот этой головой, весь с нуля. В 2003 году появился Т5. Он стал первым бусом с рычагом КПП на приборной панели, первым с турбовыми моторами. Кроме этого, Т5 получил новую систему полного привода 4Motion. В гастрольных турах на мультивене Т5 гастролировали такие группы, как Red Hot Chili Peppers, Крис Де Бург, Робби Уильямс и Take Z. Эти парни точно знают, что такое ездить с комфортом. Т6 появился в 2015 году. В 2019 обновился до Т6.1. Можно смело сказать, что это поколение — прорыв в дизайнерском плане. Т6 получил новые диодные фары и фонари, новый салон и крутую мультимедиа. Обновился капот, передние крылья, бампера, боковые зеркала и решетка радиатора. Также бус получил новый шикарный двухцветный окрас, напоминающий всем о своей богатой истории и первых поколениях Т. Т6.1 также получил внешние изменения, но главное, что в машине появился новый электромеханический усилитель руля, который позволил реализовать много новых современных ассистентов и электронных помощников. А тем временем мы приехали в Государственный музей-заповедник Куликово поле. В течение всего пути и на финише мы ловили восторженные взгляды людей, которые тянулись за своими телефонами, чтобы запечатлеть это уникальное событие. Мы безумно рады, что мы смогли провести этот пробег и поделиться с вами этими уникальными кадрами.
Круто было? Уверен, что вам понравилось, потому что мы готовились к этому несколько месяцев. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А знаете что еще? Возможно, именно вы можете стать владельцем Volkswagen Caravella T6.1. Зайдите на сайт автогода.ру, проголосуйте за свой любимый автомобиль и немного подождите. Возможно, именно вы получите наш главный приз. С вами был Димон. Всем пока!